Интерес. С интересом. With the interest. Я смотрю с интересом. I'm looking at this with big interest. Я смотрю с большим интересом. Волк мяч. Wolf ball. Волк с мячом. Волк с мячом. With the ball. Теперь, now, давайте возьмем мужской род и средний род. Masculine and neuter gender. Putting them together, because the ending gonna be the same. That's easy. Это просто. Ну, например, чай, сахар. Чай с сахаром. Tea with sugar. Чай, лимон. Чай с лимоном. Мед с медом. With the honey. Молоко. Milk с молоком, сироп с сиропом, ментол с ментолом, кофе с молоком. What did you hear? С молоком, с сахаром, с лимоном, с сиропом. Ом. And again, sometimes you can hear сиропом, с ментолом, сахаром. This is our speech, everyday speech. Ending is not stressed, it's flexible. We can say because it's easier to say that way. Сиропом, с молоком, it's ом. Сахаром, да, с лимоном, с медом, with honey. Чай с сахаром, tea with sugar. Так, я встречаюсь с другом. Разговариваю с другом. Давайте возьмем такую фразу. Фраза очень маленькая, но с большим эффектом. But with a big effect. Малыш с малышом. Карандаш с карандашом. Малыш, it's a baby. So we're saying baby with a baby. Малыш с малышом. Pencil with a pencil. Карандаш с карандашом. Все вместе. Малыш с малышом. Карандаш с карандашом. Ом. For masculine gender. Малыш с малышом. Карандаш с карандашом. So, такая фраза. Маленькая фраза, большой эффект. How would you say small phrase with a big effect? С большим эффектом. Маленькая фраза с большим эффектом. Эффект эффектом, да? It's same masculine gender, om on the end. Оставайтесь со мной. Stay with me. Со мной. With me you stay, please. Stay with me. Before we go into another aspect, let's take this one. Интерес. С интересом. With the interest. Я смотрю с интересом. I'm looking at this with big interest. Я смотрю с большим интересом. Ну, возьмем волк и возьмем мяч. Волк с мячом. Волк с мячом. So again, together. Unity with, preposition with. Let's say мяч, мячом. If I take away the preposition with, мячом, it means with the ball, I'm using the ball for, I'm doing with the ball. Например, мячом я doing what? Мячом я пинаю. Мячом я играю. With the ball I play. Нос. It's a masculine gender word. Нос. Consonant on the end. Носом. With my nose I'm doing what? Носом я дышу. Возьмем плечо. Плечо. It's neuter gender. Плечом. Плечом я толкаю. Толкаю я плечом. I'm using my shoulder to push. Крем.
Кремом я протираю руки, да? Кремом with the cream. Even though I didn't say the preposition with. So I'm using cream to rub my hands. Ну, давайте возьмем такую фразу для практики. Практика. Плечом я толкаю, мечом я пинаю. Плечом я толкаю, мечом я пинаю. Маленькая фраза, большой эффект. Маленькая фраза с большим эффектом. Да? With a big effect. Давайте еще одна фраза. One more phrase. Носом я дышу, рукой я машу. So we're gonna learn feminine and masculine gender endings. Remember this phrase. Носом я дышу, рукой я машу. Носом я дышу, рукой я машу. Носом я дышу, рукой я машу. Хорошо? Вот такие маленькие фразы, но очень-очень эффективные, с большим эффектом, with a big effect. Instrumental case, by the way, we use to say. Вот. Далее. Дальше. Ложкой я листаю тетрадь. Ложкой я листаю тетрадь. I use a spoon to turn the pages. You always learn something new with me, isn't it? Так. Without preposition. Нос носом. With my nose. Я дышу. I'm using my nose to breathe as a tool, as an instrument. Носом я дышу. Шампунь. Шампунем я мою голову. Шампунем. Sometimes ем, you see? You wouldn't say шампунь, но. Сейчас very hard. Шампунем я мою голову. Лосьоном я протираю лицо. Лосьоном, крем-кремом я протираю лицо. Крем-кремом. Смотрите, рукой я машу. Давайте возьмем носом я дышу, рукой я машу. Носом я дышу, рукой я машу. Носом я дышу, рукой я машу. Возьмем плечо. Плечом я толкаю. Толкаю. I'm pushing with my shoulder. Давайте, чтобы запомнить окончание, to remember the endings, давайте возьмем. Плечом я толкаю, мечом я пинаю. With my shoulder I push, with the ball I kick. I use the ball to kick, I use the shoulder to push. Плечо, плечом я толкаю, мяч мечом я пинаю. Маленькая фраза с большим эффектом. Оставайтесь со мной. Stay with me. Мы увидимся с вами в следующем уроке. In the next lesson we're gonna see each other again. Оставайтесь со мной. Будьте со мной. Be with me. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте нравится. Лайк. Оставайтесь со мной. Stay with me. Пока. Такая маленькая Ирина и с таким большим носом.